По поводу погоды я вам скажу так. Если вы как-то скучаете зимой, вы просто не знаете, чем себя занять. Развлечений очень много. Можно заниматься разными видами спорта, можно выбираться в красивейшие места. Слава богу, на Урале их полным-полно. Я лично этим себя развлекаю. И долгое время, которое, допустим, ты зимой ждешь потепления, когда наступит лето, ты находишься в каком-то таком утопичном состоянии. Можно себя найти вот как раз в этих развлечениях, в том числе и спортивных, чтобы взять коньки, там, выбраться куда-нибудь на улицу и на открытом льду покататься. Это все-таки, согласитесь, наш приоритет. Мы можем себе позволить не платить за зиму. Многие едут на какие-то горнолыжные курорты или еще куда-нибудь, платят дикие деньги, а у нас с вами это все есть. Представляете? Поэтому нечего там киснуть. Давайте ноги в руки и на улицу. На улице классная погода.